Для того, чтобы сказать точную дату, мне надо посмотреть контракт, но я точно знаю, что до середины декабря к нам приходит первая партия 1000 экземпляров, затем идет 10 тысяч и с последующим увеличением. Почему Китай? Потому что в Казахстане, к сожалению, пресс-формы не готовят, а так можно было реализацию поставить в Китае, то есть производство, то есть в Казахстане. Действительно получено авторское свидетельство на полезную модель. Это давно назревший вопрос. Вопрос был связан с тем, что очень тяжело пользоваться казахскоязычной раскладкой, которая сейчас существует, и ну, там масса было недостатков. Я уверен, что с реализацией этого проекта мы получим большой отклик от населения и от всех организаций, поскольку вы знаете, что мы должны полностью перейти в дело производства на казахский язык. Ну и посмотреть наш интернет, то казахский контент желает оставлять лучшего, да, оставляет желать лучшего. Поэтому я думаю, что оно все за собой повлечет. Какова реализация первой партии в 1000 экземпляров? Первый потребитель, конечно же, будет IT-университет на 300 клавиатур. Четыре школы мы договорились с AONIT, а также с компанией Logicom в рамках программы e-learning в четырех школах Алматы и Астаны устанавливаем как тестовая площадка. И остальное идет в розницу через сеть компании Logicom. В будущем, если этот проект оправдает себя, у нас есть предварительная договоренность с компанией Logicom, а также собственными усилиями за счет средств университета мы можем наладить производство в парке инновационных технологий уже апробированного продукта, национального продукта. Поэтому перспективы очень большие. На сегодняшний день университет вложил порядка 70 тысяч долларов, и это только первое вложение инвестиционного капитала. Открыли мы ТОО, где 50% принадлежит ребятам, 50% университет. Стоимость клавиатур первой партии будет не выше 20 долларов США. Следующая партия начинает прямо пропорционально падать, потому что первые затраты идут очень большие на производство драйверов и на пресс-форму. После первой же партии мы по контракту выкупаем пресс-форму и таким образом имеем право производить эту клавиатуру в другом месте, в том числе и в Казахстане. Более скажу, что она будет адекватна рыночной стоимости. Все будет зависеть от так называемых наворотов, да, то есть если вам нужны беспроводная там или клавиатура с большим изгибом и так далее. Мы сейчас делаем ту клавиатуру, которая наиболее востребована в Казахстане.